Всем привет, ребята! С вами я, Пуша-Пуша-котик, маленький животик. И да, ребята, недавно был День Святого Патрика, поэтому я одел эту шляпку. А может быть, он еще не начался. Я не знаю, какого он точно числа, но он идет в марте. Возможно, он уже прошел. Да. Шапка с меня спадает, поэтому я все это сниму и пойду распаковывать. Чипикау, ребята! Круто, да, ребята? Сейчас я позову Меху, а то у меня камера не выдержит. Мех! Мех! Пушок, чего? Нам пора видео снимать, Давай это снимать, распаковку Чипикау, хорошо? О, да, Пушок, ты тут уже распаковываешь, я тут не успел сумки выгрузить, а ты уже распаковываешь новые Чипикау, как приручить дракона 3, который я показывал. Да, а ты уже ходил в кино? Да, ходил, Пушок, я же тебе говорил, ты не помнишь? Все, вспомнил. Мы прям успели в самый последний день. Я даже не ожидая того, оказался с другом в одном зале. Оказалось, что мы смотрели этот мультфильм. Правда, мы друг друга не видели. Просто мы разговаривали по телефону и узнали то, что были в одном зале, не зная того. Круто. Ты все еще шапку Патрика носишь? Ну, одень, мне нравится. Я стиляга. Ну ладно, Пуша, давай распакуем первый Чипикау. Я лопну. Опа! Опс. Давайте-ка. Подождите. Ой, я там вижу новая фишка. Ой, да, ребята, я вам забыл сказать в начале видео. Я надеюсь, вы досмотрели до этого момента. И я вам хочу сказать, обязательно, кроме моего канала, смотрите канал Меха Просто Меха. Это канал моего хозяина, Мехи. Вот тот, который снимает. Да, ребята, это мой канал. Обязательно смотрите и Пушка ТВ, и мой канал. Но только предупреждаю, мой канал 12+, для более старшей аудитории. У Пушка 6+, а у меня 12+. Вот. Так что всем, у кому 10, там лет 9, примерно такого возраста, могут идти на мой канал. Да, и обязательно смотрите вот и видео на Пушке ТВ, и на моем канале. А то я, когда выложил анимацию с Пушком, я увидел, что лайков было целых 8, а на моих видео в то время было 3-4. Я понял, как только появился Пушок ТВ, вы все перешли на него смотреть. Я не знаю. Попробую, кроме летсплеев, еще что-нибудь снять для разнообразия. Возможно, вам надоели летсплеи. Но вот этот видосик я, пожалуй, залью и на Пушок ТВ, и на канале Меха Просто Меха. Давай, Миша, доставай. Опа, это что за фишка? Это кто такой? Это такой чувак, я забыл его имя, но такой пухленький чувачок. И круассан. А мне? Вкусно, Миша, как вкусно. Ребята, а вы будете? Ой, да, ребята тоже будут. Ну, хорошо. Ты пока тут снимай распаковку, а я буду есть круассан. Но следующий мне дай. Хорошо, ребята. Следующий круассан у нас... вот такой. Подождите, ребят. Все. Следующий круассан мы вот такой вот возьмем. Откроем и посмотрим, что у нас там. А, тут у нас вот этот чувак. Я забыл, как его зовут. И Беззубик. Я знаю, как его зовут. Да, Пушок, правильно. И Беззубик. Кстати, я уже раз покупал Чипикау, как приручить дракона 3. Сейчас вам покажу, ребят. Только не на камере. Пушок еще не снимал.
Вот такие фишки были. Это Беззубик и Дневная Фурия. Это вот этот брат и сестра. Это Куча Драконов. С наездниками, да, конечно, или... А, без. И вот тоже такое свидание Беззубика и Ночной Фурии. Миша, покажи заднюю панель фишек. Вот, вот так они выглядят сзади. Помните, в прошлой акции был отель Трансильвания, а в позапрошлой эмоджи, помните? Да, все помнят. Ну да, только мне уже некуда ставить эти фишки, так как я свой склеенный домик для фишек уже забил. Но да ладно, клей еще один. Ладно, пушок склею. Круассан. Следующий. Вот такой. Здесь тоже Беззубик и этот чувак, только они по-другому выглядят. И, конечно, вкусный круассан, но надо сначала вот этот доесть. Опа, как взорвалось. Тут уже вот этот жиробас и его тоже такой дракон. Да. Ладненько, ребята. Вот такие вот нам фишечки попались. Давайте-ка их откроем. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Да, ребят, они как прошлые две серии, тоже с наклейками. Сейчас я эти подхвачу. Вот, как видите, это тоже с наклейками, но наклейки я потом наклею. Миш, а что теперь снимем? О, привет, Пушок! Ой, Беззубик! Привет! А ты откуда? Я из Магнита. Черный Беззубик. Всем привет, ребята! Ой, из Магнита? Сейчас акция? Нет, она была раньше. Там, где я и другие герои в DreamWorks. Но сейчас тоже идет акция. Ой, Беззубик, а где Пушок? Я не знаю, он, кажется, убежал. Тогда я буду продолжать снимать. Ну ладно, как видишь, Федя, мы сейчас распаковывали Чипикао. Ух, какие вкусные круассаны и фишечки. Фишечки тоже вкусные? Нет, я имел в виду крутые. Ну понятно, Федя. Просто я хотел сказать Пушку то, что в Магните сейчас тоже идет акция. Там, как приручить дракона 3, куча драконов плюшевых. Только там только вроде головы. Вот, Миш, покажи. Да, вот так. Да, вот так вроде бы. Ну да. А покажи свой хвост. Вот такой. Ну да. В третьей серии хвост Беззубику уже этот чувак перекрасил. Ладно. Ну что, наверное, можно заканчивать видео. Пушок убежал, но он вернется, ребят. Да, всем пока, дорогие друзья. С вами был Пушок, Федя, Беззубик и Меха. И вы были на канале Пушок ТВ. Обязательно смотрите и Меху, и Пушка ТВ. Всем пока! Всем пока! Ой, да, и подпишитесь на соцсети. Facebook с ВК. В Фейсбуке мы называемся Миха, просто Меха и Пушок, а в ВК мы называемся Миха Пушков. Ой, то есть наоборот. Ну да, вроде. Всем пока!